круг Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Звук Г у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Качества этого человека усиливаются или сглаживаются в зависимости от месяца рождения. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределом мечтания этого имени. Прекрасные друзья, они, как правило, пользуются заслуженным авторитетом у окружающих. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Экстравагантность и отсутствие внимания к общественному мнению может ударить по репутации в будущем. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква Г дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук М в имени воспринимается окружающими положительно. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.